Вечерочек, ты на канале Gunplay Games, где мы с тобой играем в разные игры. Сегодня у нас Miss Sight, это демо-версия игры, которая совсем уже должна скоро выйти, как я понимаю. И сюжет состоит в том, что у нас есть персонаж, и мы попадаем каким-то образом потом к нему в игру. Как-то так. Давай проверять. День первый. Возможно, демо-версия ограничится вот одним днем каким-то, привет, я не знаю. Я Мида. Здорово. Как тебя зовут? Меня зовут... Можно на английский. Хорошо, давай вот так. Ган-те-е. Ира красиво. Рады знакомства. А почему ты не говоришь? Скажи, Ган-те. Ган-те. Почему я должен тебя обучать? Эх ты! Поможешь мне? Ну, куда мне деваться-то? Уберите одежду в корзинку. Взяли, положили. Слушай, да если бы все так всегда убиралось, хорошо. Ой, я могу перелистывать, отлично. Так, носки. Ой, бля, мать, все разбросала. Ну что такое, а? Какая ж ты... Ух. О, устала, да? Это я все за тебя сделал. Ты стояла вон в углу, плясала. Спасибо большое. Да пожалуйста. А, нет, слушай, не ограничилась одним днем. Привет, я тут проголодалась. Ган-те, ну говори, ну что ты стесняешься-то? Хочу кушать. Бывает, это такое дело. Купишь мне ингредиенты для куриного супа? Да, конечно. Купить ингредиенты для супа. Так, у нас есть еда, мебель, комната, одежда, игрушки, улучшения. То есть, видишь, по сути, действительно, это получается как, ну, какой-то симулятор Тамагочи, да, или... Sims, вы купили ингредиенты куриного супа. Ого, то, что нужно. А сама бы не справилась, да? Вместе. Давай приготовим. А что, я что тут готовить? Нарежьте овощи, чего? Взял. Вот это я люблю, это что такое? Сейчас как... Ой, сейчас я тебе покажу свой мастер-класс. Как... Слушай, это немножко неудобно. Это... А, я не могу какими-то клавишами делать, только мышкой? Это... Всячески неудобно. А куда половина-то улетела? Половина морковки просто в никуда. Давай съедим просто с тобой. Ну, я могу сам съесть. Вот картошку что-то всю нарезали. День пятый? Привет. Я собиралась сегодня купить дешевый телевизор. Ну и нахера тебе дешевый? Ты достойна большего. Он маленький, с антенной. Я хотела бы его с собой взять, когда пойду на прогулку. А, что? Это что за телевизоры такие? Маленький, с антенкой? Что ты можешь поиграть в игры, где ты получишь деньги. Это что? Это что за намеки, мать? Подожди. Это ты на какой скользкий путь меня толкаешь? Заработаешь деньги, а потом купишь мне телевизор. Чего? Что ты ко мне пристала? Это что за дела? Лёш, с таким наездом. Сыграйте в мини-игры, чтобы заработать деньги. 450. Вот мне интересно, это в демо-версии нас так перекинуло на пятый день? Или это так будет игра тоже происходить? В мини-игры. Так, у нас 20 энергии, смотри. И мы как раз... Давай... Я листать не могу, только вот вы. Эти недоступные у нас не хватает, да? Ну давай вот это попробуем. Что это? Что это? Я такие игрушки знаю. Прикол. Давай следующую. Быстро, быстро. Сейчас все сделаем. Снимай, 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 снимай. Все, следующая. Оп. Сейчас все сделаем. Все сделаем, все сделаем по красоте вообще. У нас будет скорость невероятная. Так, и что? Тебе еще что-то нужно? Сколько? 450 надо? Сколько мы заработали? Я все пропустил. Так, ну это мы посмотрели. Не вижу смысла ее снова начинать. Давай вот эту. Хотя, может быть, за 14 обработку посмотрим. А сколько за нее заплатят? Непонятно. Ладно, давай по порядку пойдем. О, ясно. Так, вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда.
Вот это сюда, вот это сюда. 200. Блин, еще 50 надо. Ладно, давай разберем. Я уже знаю, как это работает. Вообще молниеносно разбираем все. Давай. Оп. Я знаю такую игру про оружие. Тоже забавно на самом деле. Собирать, разбирать. Потом на память собирать, разбирать. У, это жестко. Но прикольно. 150. Все, мать, мы с тобой сейчас... Теперь у тебя достаточно денег, чтобы купить мне телевизор. Да, куплю тебе телевизор, чтобы ты ходила с ним по городу зачем-то. Купите маленький телевизор. Мебель. Но тебе неудобно, посмотри, какой огромный. Куда ты с ним будешь ходить? Ты с ума сошла, что ли? Глянь, не, он вообще маленький. Да, самый дешевый и мобильный. То, что мне нужно. Так глянь, ты его как держишь, вон он внизу. У тебя вон там он кажется маленьким. А вот здесь ты удержишь, это ни хрена себе. Мешочек, ящичек. Спасибо. Да пожалуйста. 20-й. Нет, мне кажется, привет. Это просто перекидывает. Я так рада, что ты мне помогаешь. О, да. А еще, тот телевизор, он был крут. Но он так быстро сломался. Дешевый, что ты хотел-то? Помоги мне переставить шкаф в другое место. Это вот ты его сейчас там тягаешь? А то он очень тяжелый. Ты зачем это делаешь? Переставьте шкаф. Все. Спасибо большое, любимчик мой. Прикол. День 33. О, ты тут. Вроде прошел только день, а я уже соскучилась по тебе. Не день, много времени прошло. Я бы хотела, чтобы ты посещал меня чаще. Ну, если тут буду давать за посещение монетки, то буду приходить. А, вот как раз. А, подари мне подарок, а мне? Я в эту игру часто захожу, или ты? Это мне? Ну, видимо, да. Я тут ни при чем. Тут, считай, что под дверью стояла, я просто передал. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, обращайся. День 37. Куда мы скачем вообще? Я тут подумала. О чем? Я хочу тебя увидеть. Вживую. Очень странные уровни, я вам скажу. Меня бы начало это напрягать. Жаль, что не могу. Ты мне очень нравишься. Каждый день делаешь что-то для меня. Не, на самом деле, если так подумать, действительно, это жутко немножко. Я бы тоже отблагодарила тебя как-нибудь. Да, наверное, не надо. А знаешь, я кое-что придумала. Ничего мне не говори, ничего не предлагай. Меня пугает вот это приближение. И звуки. Теперь ты со мной. В смысле? Я как и был? Опусти телефон. В смысле? Зачем? Нет, нет, не делай этого. Зачем опустить телефон? Фига себе, здравствуйте. Где я? Знакомое место. Я в этой игре? Я в игре? Сохранено. А как можно было понять, что ты в этой игре? Там вообще не похоже. Привет. Нам туда. А мы тут можем что-то понажимать, нет? Ничего не можем. Это ты хочешь сказать, что это ее квартира? Глянь, рука. О, фига, вот глянь, с галстуком. Вот это мы, конечно, молодцы. Видимо, с работы пришли. Ну давай идем к ней, привет, написано. Ну, привет, открывай дверь. Она не открывается. Как открыть дверь? Или мне на вот эту нажать надо? У тебя тут не работает управление. Что мне нужно делать? Мне нравилось играть, пока оно игралось в телефоне. А на какую кнопку мне нажимать? Сейчас, секунду, надо посмотреть управление. Ну, открывай. Что за обман? Мне это не нравится. Откройте дверь на выход. Давай я пойду на выход. Выпустите меня отсюда. Стрелка же была туда. Почему не открывается? Мне же на мышку. О, подожди. А, так я могу не открывать, я могу толкать. Глянь, что творю. Глянь, что творю. Вот так. А где она? Говорит, опусти телефон, опусти телефон.
нажать. Устаревшая версия игры. Версия 1.5 для перехода. Запустите программу. А тут что? Тут можно что-то тыкнуть? Медведь. О, сок. О, яишенка на сидушке. Красиво, кстати, яишенка. Это как смесь булочки, ромашки с хачапури, видишь, яйцо сверху. Вот это ничего себе. Так, ну это он сам, кстати, приближает, это не я. А давай сюда зайдем. А, так я вообще везде мог походить. Ну, прикол. Ванна, ладно, а давай туда сходим. А потом нажмем на кнопку заветную. Надеюсь, сильно не будет фризить, а то у меня что-то чуть притормажит. Блин, я все комнаты обошел. О, кухня. А ее нигде нет. Вот это печка. Туда же ничего не вставить. Она же очень маленькая. I love you. Фрукты. Давай поедим, раз мы тут. Отгрызла яблоко и на память оставила. Вот она с таким телевизором, по сути, ходила. Он такой же огромный. Ладно, пойдем отсюда. Пойдем жмать кнопку. Узнаем, что нас ждет за этой... А, подожди, она сейчас появится, это мы ее заспавним сейчас? Серьезно? Положите, найдите предметы и положите их на сканер. Какие? Фига себе. Тут прям еще нужно настолько ручка, ложка. И что это? Какая-то ромашка. Заколка. Так, а, они подсвечиваются, отлично. Я взял. Что еще? Что еще? Это что? Так положи. Что за звуки? Принеси на сканер ложка. Бантик, вот. Ну, ложка на кухне. А бантик вот здесь, да? Хотя бантик вот здесь должен быть, по идее. Бантики, бантики, где бантики? О, бантик. Есть. Положи бантик. Тоже супер сделано. Ну, а ложка на кухне, это супер гениально. Я тебе отвечаю, оно там. Где? Где? Ложка. Ложка точно должна быть тут. Вот она. Зачем мы это делаем? Мы ее создадим из ложки, бантика и ручки? Это очень, очень странное решение. Я тебе говорю, сейчас она появится. Просканируй предметы и запусти механизм. Есть, готов к запуску. Мне нужно что-то нажать. А, вот она, кнопка, есть. Загрузка 1.9 версия. Вот она, смотри, что появится. Смотри, смотри. Смотри, это 3D принтер. Сейчас нам напечатают бабёху. Давай. Что-то долго, слушай. Не фурычит, не фурычит. Что-то не так. А, или там мне зайти надо? Нет. Ой, подожди, я не могу выйти. Видимо, мне. Это меня сейчас на 3D принтере распечатают. Ой. Что такое? Перезапустите электричество у входной двери. А тут что, что-то будет пугать? Серьезно, что-то будет пугать? Вот там сюда. Опа, готово. Ну, все нормально. Электрики в деле. И что нам нужно? Обратно пойти? Найдите серверные батареи и верните их в механизм. В смысле? Кто ты? А ты? Отсутствуют серверные батареи 0.4. А как они выглядеть должны? Они должны подсвечиваться, короче. Может быть, здесь? Поиграем? Во что? Туалетную бумагу? Я могу искупаться зайти, нет? Не могу. О, спрятали. Глянь, ты посмотри на них. Взять батарею. Взяли. Интересно. Сделано. Воу, воу, это чё такое? Я такого не ожидал вообще. Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Кто ты, 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 кто ты?
Что тут? О, на кухню пришли. Так, теперь тут, тут нас ждут батареи, да? В шкаф нельзя. Батареи должны... О, махает рукой, здорово. Я надеюсь, ты увидел. Я вот увидел. Отодвинься. Покажись. Не стесняйся. В холодильник не залезть. А, вот она прям. Возьми. Так тоже можно. Пойдем. Что дальше? О, еще одну вижу. О, какая музыка. Так, третья. А, мне еще одна нужна. Последняя, четвертая. Где же будет... Муха пролетела прям возле уха. Как много мух летает, однако. А, наверное... Оно тут скоро все появится. Вставили. Одну. Куда еще одну? Сюда. Откуда ты знаешь, куда все вставлять? Вот мне интересно. Я бы не догадался вообще, что тут открывать. Осталась последняя. И где же нам искать последнюю? Серьезно, расскажи. Последнюю куда? О, ты че такая? Красная. Ты меня пугаешь. Кукла, ты меня пугаешь. О, уже не написано, поиграем. Блин, а где еще одна? Я недостаточно внимательно смотрю. Мне кажется, я сильно внимательно смотрю. Но они прям на... Кто-то стучит. Они прям на виду должны быть, по идее. Как мне кажется, они должны быть прям на виду. Прям максимально на виду. Вот как все мы их подошли, взяли и ушли. Но я их почему-то не наблюдаю. Вот мухи почему-то летают. Ну, дайте последнюю. Как-то много мух. И сюда залетели. О, холодильник открытый. Ага. Что-то скисло. Все, последнюю взяли. Супер, пошли вставлять. Отлично. Сейчас какая-нибудь хрень произойдет, да? С последней. Да нет, пока тихо, слушай. Пока нормально, хорошо. Сюда вставляй. Она открывается, я тебе говорю, хер поймешь, что она откроется. Запусти механизм, да пожалуйста. Все. Вообще, что мы делаем? Ну, теперь вот. Бабеха печатается или нам заходить? А, ну нам заходить, да, я ж не мог выйти, точно. Я думал, это я поломал. Или это мы в своей квартире были, а потом оказались в ее квартире. Вот сейчас мы типа в игре. Данные переданы. Ну то есть мы переданы, да? Я не могу выйти. Нельзя выйти. И в туалет сходить нельзя. Вот этот поворот. И что мне делать? Привет. О боже, блядь! Я так рада этому. Знаю, у тебя есть вопросы. Ну, как видишь, я сделала это особенное устройство. Я чуть не обосрался. Сюда, ко мне. Но почему-то ты оказался в другой версии игры, в которой я... Ой, долго рассказывать. В общем, приятно тебя видеть. Не смотри на меня. Мы вместе. Ну, прикол, конечно, отдыхай. Но отправляйтесь на кухню. Вот тут что-то можно... А этот компьютер работает? Или он декоративный? Конечно, работает. Все, что тут есть, все работает. Я часто сижу за компьютером. Работаю. Я знаю. И из-за этой работы ты так мало обращал на меня внимания. Ну, жить на что-то нужно. Откуда ты знаешь? Камера телефона иногда включалась. Ах ты какая! Я наблюдала. Знаешь, это немного неправильно. Ну да ладно. Прикол. А с тобой можно тоже поговорить? Как я оказался в игре, а что делать, если я захочу обратно? Ты Мита? Ничего, давай вот так. Ну я? А ты забыл? А ты Ганте, ты хотела сказать. А как я оказался сейчас в игре? Сейчас я тебе расскажу. О, и зря спросил. Понял? Я не понял. Ничего страшного. Главное, мы теперь вместе. Хорошо, хорошо получилось. Мне понравилось.
Я думал, это разговор надолго. А что делать, если я захочу обратно? Ты уже хочешь обратно? Да я просто спросил! Это можно устроить? Но как же я? Да я просто спросил! Господи! Делаешь... Так, вот это что? Отвечай. Это же тот телевизор, который я купил. А, в натуре! Ты сказала, что он сломался? Ну, я хотела сделать тебе сюрприз. Ты наебала меня. Поэтому-то он мне и пригодился. И теперь показывает информацию. И, кстати, да, я немного инженер. Ну, ты даешь, конечно. Помнишь, ты принес три вещицы на этот сканер? Ну, да. Недавно было. Связаны с этой версией мира. И теперь ты тут. Как они там оказались? А, их просто перенесли? Окей. Где еще вопросики? О, сюда можем зайти. Что бы у тебя спросить? Ой, ты что так врываешься? Ну, скажи мне про вот это. Скажешь? А почему зеркало без отражения? Ах, точно. Я забыла включить отражение. Оу! Кстати, круто! Раньше я вообще не знала, что такое отражение. В нашем мире его не было. До какого-то обновления. Неужели в вашем мире так много отражений? Ну, да. Прикол. Нет, конечно, это выглядит круто. Молодец. Это выглядит классно. Ты за мной идешь? Идет, прикинь. Давай вот это спросим. Что это? Очки. Ты очки носишь? Ты где? Ответишь на вопрос или что? Нет, но могу их надеть. Хочешь? Ну, надевай. Ну вот. Ну все. Теперь ты видишь, как в два раза лучше. Тут столько книг. Ты их читаешь? Я уже все прочитала. Конечно. Когда я тут одна, мне очень скучно. Так, ну я тебя понял. Не, а ты можешь снять очки? Откуда ты сок взяла? Я тоже хочу. Сок дай. Толкается, Оля, толкается. Чё ты толкаешься? Не толкайся. Ты чё лезешь ко мне? Не приставай ко мне. Ты чё, пристаёшь ко мне? Нет, не пристаёт. Не ходи, пожалуйста, за мной. Ты... Ой, это на самом деле очень, очень пугает. А сколько каналов здесь существует? Но это же не антенна, а интернет. Так что тут доступно все, что ты можешь смотреть в интернете. О, нихера себе, сразу схватил. Подожди. Ой. Что это? Какие-то котята? Я не могу никуда посмотреть. О, крутой смотри. Сок. Сильный сок. Ок-сок. А знаешь что? Что? Ща. Что ты хочешь? Чего? Вот это я понимаю. Давай. Давай выпью. Я тут все в этом мире попробую. Оно может меня и убьет, ну хер с ним. Мертвый сок. Вроде неплохо, а вроде безвкусно. Непонятно. Странная реклама. Не нравится мне сок, вот это. Так это же сок из сока. Чего? Вот это маркетинговый ход. Мой телефон. Он пропал у меня из кармана. Как он тут оказался? Ну, это не важно. В смысле? Ты что, волшебник? Что ты делаешь? Готов делать селфи? Улыбайся. Смотри. Да ты как-то в шоке вообще. Ну, я типа в шоке в полном. Отличная фотка. Я бы не сказал. Вопрос. А если я запущу на нем игру, я увижу тебя? Там никого не будет. Вот так, а почему это? Ладно. Пусть будет так. Так, я больше ничего тут не вижу, вот здесь вижу. Сколько бы я ни играл, дождя ни разу не было. Зачем тогда зонт? Дождь очень редкий, ты его еще не застал. Может быть, однажды встретишь его, и зонтик тебе пригодится. Потом узнаем. Окей. А почему электрощиток тут? И если мы в игре, то зачем он? Во-первых, мы в
игре, поэтому бессмысленно спрашивать, зачем. Но он и вправду перезапускает электричество. Все сделано по подобию вашего мира. Умно. Неожиданно умно. Мы можем выйти. Ой, пока что нет. Давай позже. Сначала побудем здесь, дома. Скажи правду, что еще нету обновления нормального. Не стыдись этого. Это отражение. Отражение, оформи. Оформи, пожалуйста. Давай, по щелчку, как ты делала. Че ты стесняешься? Хватит пить сок. А, там уже булку жрет какую-то. Ты что подъедаешь? Не можешь сесть нормально поесть? Давай спросим у тебя что-нибудь здесь. Вот, телевизор. Зачем тебе второй телевизор? Да еще и старый. Да на кухне смотреть. Мне нравится. Могу убрать. Это же логично. Он для красоты. Украшает кухню. А кушаешь, смотришь. Можно посмотреть? Ну, погоди. Чего? Серьезно? Включай. Я тебе не верю. Пиздобольством попахивает. Включай. Где? Где волк? Где заяц? Что ты смотришь туда? Я тебя спросил. Где волк и заяц? Включай. Срочно. Я сажусь и смотрю. Да не ходи ты за мной. Ты отстань от меня. Так, что нам вообще на кухне-то нужно? А, и вот так это помечается, что нам что-то нужно делать. Да, кольцо? Кольцо. Ты что за дверью встала? Ты голоден? Давай вместе займемся готовкой. А, я понял. Типа, я должен был просто на кухню пройти, она такая поворачивается, она вот она стоит, заглядывает. Вот, помоги мне с морковкой. А откуда здесь овощи? Ведь только что здесь ничего не было. Да ты же в игре, дурачок. Давай, помогай. Ну, я ему тоже это объясняю, он не понимает. Нарезай морковку. Давай. Сейчас будет проще или так же в игре как-то неудобно? О-о-о! Сейчас пойдет жара! Ой, как же сложно! Давай! Ну быстрее, господи! Вверх-вниз! Блин, как тяжело рукой так двигать! Спасибо! А ты можешь? Да пожалуйста! Они где? В ванной комнате! В ванной комнате, пойдем! Сейчас все сделаю! Я вообще помощник от Бога. Отправляешь, приношу. Вообще, я... Ой, тут что-то сломалось. Слышь, сломалось. Это не я. Тут все само не держится. Нигде. Кстати, я полез. Я полез в дырку. Открой, блядь. Не спрашивай, в какую. Ножницы. Передать митин... Нет, подожди. Я сюда посмотрю. Опа, таракашки. Орехи. Может быть, орехи? Ля, закручивает. Они там на щеколдах каких-то. И таракашки побежали. Какой красавчик, посмотри. Жалко, я не могу помахать себе. Ой-ой-ой. Зачем мы на это заглядываемся так сильно? Тут понял, наводишься на какой-то предмет, и он сам на него начинает заглядывать. Вот пристально, типа, смотреть. Ладно, пойдем отдадим ножницы. Тут просто я ничего такого не вижу, на что можно было бы заглядеться. Давай. Не работает отражение, не работает. О, вот она, вот эта мразь. С горящими глазами. Ладно, не будем терять ни минуты. Она нас ждет, а мы тут ходим. Ерундой занимаемся. Как ты меня пугаешь? Зачем тебе ножницы были? Нужны. Зачем тебе ножницы? Алло. Ножницы, ножницы тебе на кой хер? Ладно, сажусь. Интересно, а сколько вообще демоверсия? Передать ножницы? Ну давай, передадим ножницы. Нет, подожди. Информация за вещь. Картриджи. Это не так? Я нашел какие-то картриджи в вентиляции. На них были наклейки с именами. Что это? Картриджи? Какие? Давай узнаем это вместе. Но чуть позже. Ну, сначала покушаем. Окей. Ножницы. Ну, забирай.
Заслужила. Будешь соус? Вещь за информацию. А я могу согласиться. А как согласиться? Она сейчас как будто медведя пырнет. Я не хочу отказываться, я хочу соус. У меня выбора нет. Нет. А жаль. С ним еда ароматнее. Ну, мне, видишь, почему-то не хочется. Можем поговорить перед тем, как кушать. Да, и можем во время еды поговорить. А зачем ножницы, если есть ножик? Ножницы и ножик? Могу и ножом нет. Открыть соус. Но я хотела... Правильно чтобы все. Чтобы все было готово. Когда ты вернешься. Люблю делать сюрпризы. Чтобы не было видно долгих приготовлений. Ах ты хитрая! Ножницами на самом деле вот такие пачки намного удобнее открывать. Это все логично. Запомнил, запомнил. Надо отправлять. Иди, найди какую-нибудь херню, которую в жизни не видел. А я за это время пока приготовлю. Ты вернешься, злой. А орать будешь, да, блять, да где же это, сука, говно лежит? А я все приготовила. Это чтоб ты не смотрел, как я готовлю. Ну, круто, конечно. Почему за окнами белый свет? Это особенность этого мира. Тебе покажется непривычным. Но ты не будешь видеть вещи, которые будут далекими. Да, вроде это даже и незаметно. Ну выглядит да. Выглядит стильно. Просто ага, светится. Все, чтобы не лагало. Не лагало? Угу. Есть баги. Надеюсь, ты их не встретишь. А я видел, видел, баги были вон в вентиляции как раз. Хера я умный, да? Все выглядит как сон. Намереваешься убежать и забыть все? Господи. Нет, я просто подумал, что все очень насыщено. Все нормально. Ты кажешься вполне настоящей. Кажусь? Но я и есть настоящая. Она он тебя толкала сколько? Когда я смогу вернуться домой? Тебя тянет назад. Да нет, это он... Просто... Просто вопрос. И тут есть я. Нет-нет, можно и остаться. Но я волнуюсь. Вдруг дома что-то забыл сделать. А... Я оказался здесь внезапно. У него дома кто-то не есть. И готов к этому. Кто-то есть. Не подумала. Милый дом уютный. Еще бы. Ты можешь остаться здесь. Я не против. И очень даже за. Вот так вот. Ну, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Но я без соуса, мне нравится сухое кушать. Все съел. Ни крошки не оставил. Спасибо. А ты вообще не ела. А моя порция, кажется, бесконечной. Да это так и есть. Встать. Положить раковину в посуду. Фу, блять. Посуду в раковину. Положил. Ой-ой, мать, помехи. Мита, что происходит? Мита! Мита гангстерита. Ох, боже мой. Прикол. Ой-ой-ой. Что случилось? Да. Скажи, что видишь и чувствуешь. Сердце колет, в глазах шумит. Так, я знаю, что с тобой. Можешь встать? Очень тяжело. Попытаться встать. О, красиво вообще все. Чё ждём? Чё ждём-то? Ты зависла? Алло? Почему стоим? Я же вижу, двигается изображение. Пойдем. Пожалуйста, пойдем. Подожди, уже не двигается. Нет, двигается. Я вижу, твоя юбка трепыхается. Давай куда-нибудь пойдем, пожалуйста. Что мне нужно сделать? А, это я должен нажимать вперед? Фига, прикол. Ну пойдем. Я думал, мы зависли. А ты можешь наверх посмотреть вообще, куда она тебя ведет? Слушай, ну пока она не кажется какой-то... Что это? Какой-то Ответ. Дикой. Тебе станет почти сразу лучше. Вставай перед зеркалом. Так, встал. Принимай, я жду. Подожди. А если я не приму, я умру? Ну давай не будем ждать, хорошо, принимаем. Давай, раз, два, три, опа. Что ты делаешь? Ну как, становится лучше? Да, но как так быстро? Мы в игре. И тут все очень просто. Ты прилагаешь малейшие усилия, однако результат обычно гораздо объемнее. Это игровое условие, упрощенность. Например? Морковка. Ты резал одну, а будут готовы сразу три. Слушай, это все так внезапно. Удобно. И меня очень пугает эта ситуация. Это было очень удобно.
Опа, исчезла. О, жуть, она снизу, нет? Куда она исчезла? Начало странности, найти Миту. Мне кажется, что странности не прекращались вообще никогда. Как мы сюда пришли. Так, не виси. Это что за прикол? Это что за прикол? Комната исчезла. Она, наверное, на кухне сидит. Опа, еще одна комната появилась. Подожди. А это что? Это спальня? Господи. Как тут все запутано. Прикинь, так бы в жизни у тебя было, да? Каждый раз новая расстановка. Ой-ой-ой, не пугай меня. Ты уже очнулся? Как ты тут оказалась? Да. Ты же была рядом. Что за дела? Нет, ты замер у зеркала. Я ушла. А что с комнатами? Я переставила так, чтобы тебе было привычнее. То есть, комнаты не в ряд. А все как положено. Не стоило. Да. Я уже будто начал привыкать. Да, в ряд было отлично. Как тебе будет уютнее? Не, неправда, сейчас неудобно стало. Я тут привык выходить и заходить. И что нам теперь делать? Я тебя нашел, я задание выполнил. Что дальше-то, а? Ты можешь говорить, не стесняться, что мне делать? Мне выйти из... Что за... Опа. Бывает и такое. Комната не успела загрузиться. Подожди немного. Это странно. Это очень странно. В телефоне? И этот телефон так медленно грузит? Нет, просто не все так идеально сделано в этом мире. И нас подгружает ядро этого мира. Ядро? Типично, да? Мы можем поиграть в приставку или в карты. Выбирай. Так, поиграть с Митой в игры. Так, я вижу приставка, а где карты? Где карты-то? Карты у тебя в руках? Нет. В какие карты? Где карты? Наверное, в спальне, да, карты? Я вижу видеоигры, а где карты? Сейчас как в козла с тобой зарубимся. Да как я тебя... Карты. А, подожди, карты это прям... Это прям это прям переход. Давай видеоигры тогда. Тут удобно, понятно, что ты нажмешь, и будет сразу куда-то переход, другую эту... По сюжету переход будет дальше. Супер, включили. Давай играть. Вас, ну все как обычно, Е ударить. Подеремся? Нужно победить 4 раза. Ага, давай. Сначала я, пожалуй. В смысле ты? Как поддаваться тебе? Та-та-ра-та-ра-та-та. Ты че лупасишь меня? Ах ты. О, сейчас тебе будет. Подожди. Сейчас я... Подожди, я какой? Ага, вот, я синий, я вижу. Я тебя буду долго лупасить. Снизу просто буду бить. Ну а теперь держи портки. В смысле держи портки? Ты что, хочешь сказать, что ты меня будешь лупасить? Да я тебя буду сильнее лупасить. Давай, вот так. Получай по голове своей. Оп. Ах ты мразь. На, вот так. Опа. Ого, так, теперь я начинаю играть серьезно. Да, конечно. Ты не с ним столкнулась. Я профессионал в этой игре. Я всю жизнь играл в эти пачки молока. Это вообще пачка молока — мое второе имя. Все бы меня боялись. Ты сможешь теперь меня победить? А что ты сейчас? Что ты намереваешься сделать? Да иди ты к херам собачьим. Ля-ля, нечестно. Так неинтересно. В смысле неинтересно? Ты меня начала что-то лупасить до хера сильно. Я вообще не буду двигаться. Получай. А, все, я понял, как тебя лупасить. Нужно правильный выбрать тайминг, да? Ага, подходи. Просто невероятно. Я вообще крут. Твои пальцы — это нечто. Это кислое молоко. Очень странный комплимент был. Про пальцы. Ну ладно, пошли в карты сыграем. О, да пойдем, ради бога. Это тоже странное предложение. А, подожди, тут что-то есть, смотри. А куда делся портал? Или как ты его называешь? По моему волшебному щелчку я его переместила в другое место. Этот портал нам теперь не нужен. Он будет мешать нам. В смысле не нужен? А домой, если мне попасть надо будет? Там...
Так странно. Загорится в зеркало, что-нибудь, которое не отражает. Отражение можно включить. Давай. Если ты хочешь. Но нужно ли оно? Конечно, нужно. Или есть какие-то последствия? Да. Мы будем двигаться медленно. Будто мультик с маленькой частотой кадров. Даже ты это заметишь. Понял. Тогда не надо. Я могу их включить. Но просто и без них все выглядит классно. Ты права. И без отражений выглядит хорошо. Ну, я бы так не сказал. Я хотел бы все равно еще, чтобы мы поотражались. Чтобы это было прям похоже действительно на отражение. Тут что-то еще скажешь? Нет? Нет. Тогда вырубай то, если мы тут тормозим из-за этого. Давай играть в карты. Иди сюда. Я тебя сейчас уделаю. Опа. Так. А ты только сзади была. Кратко расскажу. Это на самом деле пугает. Показывает тип урона. Например, жизни. Кладем карты. Если у тебя жизни на карте больше, чем у меня, ты побеждаешь. Бери карты. Так. Я. Теперь я. Ой, боже мой. Ого, мне выпали вкусные карты. Я хожу первая. Ты только их не ешь, мать. Ой. Так. Она не. Показать карты. То есть, мне нужно их победить? Подожди, я что-то ничего не понял. Я ничего не понял. Повтори правила, пожалуйста. Где правила? Ну смотри, по логике, давай по логике. Я могу использовать карту вот так. На, победил. Моя победа. В смысле твоя победа? Ходим на урон. Ага. 10. Ну, все, беда. Беда. У меня 10 урона нету. Давайте отдадим самую вот эту чмошную карту, забирай. Я победоносна. Да не говори. Ходим на защиту. На защиту, сейчас давай, ходи. Теперь ты. 8 защита. Показывай, что у нас есть. О, 10. Побеждаем, давай. Твоя взяла. Конечно, я понял суть игры. Ходим на урон. На урон. Да у меня все по нулям, уроны. Да нечестно. Нечестно. Максимально нечестно. Ну давай вот эту. Моя победа. Да не говори. Ходим на защиту. На защиту, давай на защиту, так на защиту. Твоя очередь. Моя очередь. Что за звук там? Ой. Он из шкафа исходит. Звук? Что за звук? Там не было никаких звуков. Расскажи мне, как он звучит? Тук-тук-тук. Будто там кто-то есть. Но там никого нет. Ты меня... Я хочу проверить. Ты это меня очень странно. Пугаешь. Зачем опять? В смысле, зачем опять? Ты меня пугаешь. Слышишь? Пугаешь. Открыть. И что? Там мое нижнее белье. Ты что-то скрываешь? Да, да, почему точно скрывает. Ты мне не веришь? Что я делаю не так? Я просто хочу, чтобы ты побыл со мной. Ты слишком подозрительная. Я хотел бы пообещать такое, но что будет дальше? Почему тебя так тянет к шкафу? Я просто хочу знать, что это за звуки. Просто... Этот мир, это всего лишь эти 4 комнаты. Тебе верно будет недостаточно. Может, ты просто попробуешь остаться со мной? Так, подожди. Очень странно трясется отказать и замочек остаться. Но я не могу остаться. Видишь, я жму. Нельзя. Значит, отказать. Я поняла. Снова. Если хочешь узнать, что там, тогда сейчас узнаешь. Мне кажется, на этом демка закончится. Да, класс. Щелчок тьмы. На данный момент игра находится в разработке, сюжет игры уже завершен, вас ждет еще много всего в игре, но мы хотим добавить много разных взаимодействий, чтобы больше раскрыть мир. Вы можете наблюдать прогресс разработки и даже помочь нам на Boosty. На самом деле, очень круто. Если на этом прям заканчивается, то есть это прям будет сюжет вот так идти, то это, конечно, будет интересно. То есть, что мы прошли именно первую часть сюжета. Это, конечно, интересно было. Поздравляю, игра пройдена. Ваше время прохождения 36 минут. Вот это да.
Мне игра, конечно, понравилась. Очень, очень крутые взаимодействия, и вообще все прикольно выглядит. И приятные звуки. Короче, классно. Вот я, конечно, жду ее выхода. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующих играх. Всего доброго!